Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас супер клевое видео, потому что в нем я такая крутая, потому что я иду в секонд-хенд на самую конечную распродажу, когда все по 250 рублей, ну иногда забегаю, когда 400 рублей килограмм, и покупаю там просто бомбические вещи, от которых я пищу в восторге. В этот раз, девочки, я еще взяла и обувь, вы офигеете, обувь. Офигенская, мне нравится. Короче, давайте все по порядку. Сегодня я вас буду удивлять, так что оставайтесь со мной. Видите, какая я красивая сегодня. А знаете, благодаря чему это? Это благодаря секонд-хенду. Так, я продолжаю снимать в микрофоне, поэтому на моем таком розовом нежном фоне будет вот такой черный микрофон. Надеюсь, он меня не портит, а придает только оригинальности немножко. Итак, давайте начнем. В этот раз я ходила в два секонд-хенда. Один находится в одном районе, другой находится в другом районе. В один секонд-хенд мы пошли с Кристинкой тоже, так что она скоро тоже должна снять. Она офигенские тоже вещи купила, так что пишите ей под видео комментарии: «Кристина, сними секонд», потому что она что-то с ним затягивает. Я ей говорю: «Давай снимай, это будет интересно». Реально крутые вещи купила тоже. То есть в одном секонде было 400 рублей килограмм, ну потому что я не знала, попаду я туда или не попаду в другой раз. В другом районе секонд-хенд этой же сети мы попали на 250 рублей килограмм. Это вообще, то есть, девочки, даром. Это там, где мы как раз-таки купили обувь. Итак, давайте начнем с первого секонд-хенда. Там, где я купила немножко все подороже, но, в принципе, вся вот эта вот кипа, куча вещей, все вещи летние, может быть, что-то есть весеннее, да, досталось всего лишь за 350 рублей мне. Все эти вещи, девочки. Так что вы сейчас посмотрите и просто поймете, что это реальный просто подарок. Подарок от секонд-хенда. Итак, первое, с чего мы начнем, это вот с такой вот рубашки хаки. Сразу скажу, Кристинка ее чуть не урвала у меня зубами, понимаете, но я все-таки отодрала ее. Она: «Это не твой стиль, это больше мой стиль». Она настолько нежная, хотя при том, что это качество полиэстер, 90% здесь, да, я когда ее взяла в руки, кстати, с секонд-хендом я поняла, качество вещей, реально, когда вот все время Китай, в последнее время я вот люблю китайские вещи, Алиэкспресс, там где-то на рынках что-нибудь, да, ну или даже магазины, сейчас везде Китай, везде реально Китай, и вот так вот потрогать хорошее качество, ты уже и забыл, что это такое, если, конечно, ты не пойдешь там в Dior куда-нибудь или в какие-то, хотя, ну нет, там, наверное, делают нормально, вот, ну. Ну ладно. Не, просто сейчас и Dior, понимаешь, и Роберто Кавалли делают, понимаешь? Нет, просто нет Dior за границей, где в России. Ну да, да, много подделок, поэтому мы забыли, что такое качество. Но когда в секонде, вот я иду, да, я как покупаю, я подхожу и вот так вот начинаю все листать, и все, и моя рука, она где-то замирает. То есть я вижу какой-то интересный цвет, бывает, я беру, и все, и моя рука замирает. Реальные классные качества, да, то есть... Кстати, могу сказать, что в секонде очень много классных рубашек. Вот уже Кристина себе взяла, у меня классная рубашка, уже не одна. Ну вот, да, очередная рубашка. Те у нас вообще деловые, крутые. Это такая более попроще, но цвет хаки, укороченный рукавчик, очень красивая, то есть нестандартный воротник. Это я люблю. Все пуговички идут внутрь, да, то есть они не наружу, то есть оригинально. Сзади идет вот такой вот, такая нашивочка интересная очень, да, она тоже придает оригинальности. В общем, я сейчас покручусь, и качество, я, честно, девчонки, не думала, что это полиэстер, пока не посмотрела, что это полиэстер, но реально очень приятное к рукам и телу. Да, 95% полиэстер и 5% эластан. Фирма, я всегда называю фирму, потому что удается брать такие интересные фирмы. Девчонки даже иногда смотрят, пишут мне потом в Инстаграме, говорят: «О, там такие дорогие пиджаки, 5, 6, 7 тысяч, да, я тут урвала что-то». Blue Dog, может быть, кто-то знает. Это размер M, но они, видимо, идут маломерки, потому что мне отлично сидит. Вот такая вот фирма Blue Dog. Может быть, кто-то знает, я обязательно загляну в интернет после того, как сниму это видео вечерком, и будет мне очень любопытно и интересно. Такой нежный хаки, то есть не яркий какой-то, а нежный хаки. В общем, вот эта рубашка мне очень понравилась. Hold tight, hold tight.
Дальше все вещички идут уже такие на лето, легенькие, то есть под пиджачок. Вот как раз-таки лето у нас, кстати, в Ростове я заметила уже даже в прошлый раз. У нас как толком весны нету. У нас вот с зимы сразу в лето. У нас очень короткий период весны. То есть такие как кожаная куртка бывает даже, и кроссовки ты толком не поносишь. Буквально вот неделю-две, потому что уже жара, уже и в кроссовках жарко. И люди переходят на какие-то босоножки. И куртка кожаная уже тоже жарко. Ну, как-то вот я заметила с прошлого года все это. И сегодня уже так. Ну, не сегодня, а вообще. Значит, смотрите, я взяла две красные вот такие вот маечки. Одна made in Italy, другая, не знаю, made in что, но качество очень хорошее, потому что я вижу, да, вот они висят, допустим. Так, Esmar, может, кто-то знает? Вот смотрите, это майка хлопковая, то есть я тоже ее, когда взяла в руки, я поняла, что она хорошего качества. Я ее взяла, чисто, знаете, вот так вот гонять, там, для, ну, для дома или еще что-то, потому что домашние майки, они очень быстро портятся. Вот ходишь-ходишь в них, здесь 95%, что это, Bombwell, ну, короче, это стопудов хлопок, мне кажется. Ты знаешь, что такое Bombwell? Катон, да, катон. Это я на каком-то и другом языке прочитала, непонятном. Да, очень качественная, такая удлиненная, неукороченная, вот такая маечка, хлопок. А вторая, меня, конечно, она привлекла вот этими своими застежками, потому что застежки... Включи. У нас произошло ЧП, тот цвет, который я надела во влоге у Кристины, видите? Он резко погас и что-то замигал, поэтому мы в суровых условиях. Что-то сейчас тут придумали света чуть-чуть поддать. Короче, будем доснимать с таким светом. Надеюсь, вам нормально. Блин, я не могу с тройным вот. Крылышки. Ладно. В общем, вторая кофточка. Мне очень понравились вот эти вот фурнитуры. Я просто на фурнитуру обращаю внимание. Она очень быстро портится. Даже если человек, бывает, не поносил немного, просто лежит, допустим, вещь в магазине, фурнитура портится, плохая. Здесь прямо она блестит, смотрите, вся супер-пуперская. Вот. И я уже обратила внимание, думаю, что-то хорошее. И потом я смотрю, такая фирма, да, или где что сделано, смотрите, и тут написано Made in Italy, 100% нейлон, вот. Размер L, хотя они мало мерят. Вот, смотрите, я не вру, смотрите, вот. Ну и красный мне к лицу, я думаю, что многим девушкам красный к лицу, мне особенно, поэтому я ее взяла, и это такая вот кофточка на выход, очень классная, зацените. Дальше. Это вот такая легкая туника. Так как я люблю туники, мне очень понравился этот красивый цвет, да, он мне идет, очень красивый. Здесь у нас все поблескивает на воротничке, вот, стразики, как будто русалка. И на руках, на рукавах, вот здесь, на краях. Мне понравилась, она такая легкая, такая раскрытая, у нее так низ немного удлиненный, разрезики по бокам. В общем, посмотрите, я думаю, что под купальник я буду носить или под белые брюки, вообще очень круто будет смотреться вот эта штука. Смотри, как мне идет. Цвет мой. Смотрите, как она летает. Дальше, давайте пойдем по светлому, так как светлые вещи всякие. Вот такая необыкновенная маечка. Кстати, Крис, ты знаешь вот эту фирму? Пимкле. Пимке. Прости. Пимке. Ой, а как ты говоришь что-нибудь? Ничего не говорю, что я. Пимке. 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 Ты знаешь? Да. Дорогая?
приличная, а я ее взяла за неприличные маленькие деньги. Ну подожди. Кстати, короче, классная вот такая вот модная блуточка мне досталась за неприлично маленькие деньги. Пинки. Дальше, вот такая рубашечка, она, не знаю, из чего, фирма, давайте скажу, фирма Bandolera. Ну вот, смотрите, да, как у них написано, вот то, что везется с Европы, с Европы. Видите, нет ничего русского, есть евро, Украина, еще что-то, все, никаких других размеров нет. То есть для России пишут как-то ру более-менее, да, а вот... для заграницы. Так, из чего сделана? Бумажечка тут есть. Кстати, прошу заметить, что эта кофточка, что эта рубашечка абсолютно новая, потому что здесь еще даже совсем вообще, видите, не затертая вот эта вот штука, и еще привешена дополнительная пуговичка. То есть, ну, сами понимаете, да? Новая вещь. И это 100% вискоза, вы себе не поверите. Да, я тоже не поверила, когда прочитала. В общем, очень легкая, красивая, оригинальная, с таким принтом классным. Рубашечка на лето, просто супер. И также оригинальная. Здесь, кстати, три пуговицы, я даже не видела. Модная. Короче, красивая, легкая. Сначала я ее не хотела брать. Когда надела, Кристина говорит, бери, хорошо тебе. В моем стиле. Так что поэтому она у меня теперь. Дальше. Я просто влюбилась в одну кофточку, но на ней не было шнуровочки, но я обязательно найду шнуровочку, и вы эту кофточку еще увидите на мне. Офигенный припудренный цвет. Вот такая вот фирма, это тоже не для наших, да? Видите, тоже, смотрите. Смотрите, как написано, видите? Буква М, я не знаю, что это за марка, да, буква М. Может, мы сейчас сбоку, да, поглядим, что это. Очень классная рубашка. Miss Gilded, ты знаешь такое? From Fire, Polyester, Keep Away From Fire, Made in China. Да, у нас отражает впечатление. Ну да. И там вот пишут, что самое не нужно. Ну да, да. Ну да, не, конечно, в Китае могут хорошие вещи делать. Ну, не знаю, короче, девчонки, я не знаю, где это сделано, но мне это нравится. Во-первых, да, я вижу качественную ткань. Во-вторых, офигенная модель. Шнуровочку я возьму и вам обязательно покажу. Вот смотрите. Здесь вот такие вот штучки, то есть она идет, то есть, ну, понимаете, да? Вот такие вот штучки, в них нужно продеть либо кожаную шнуровочку, либо какую-то шелковую, либо цепочку вообще, да, вот Кристинка подсказывает. И оно будет очень красиво, оригинально смотреться. Я вам сейчас покажу, я накинула так на себя, но чтобы совсем не раздеваться, чтобы было красиво, я, ну, покажу вам, да. Но вообще цвет пудры очень красивый, и то, что она такая легенькая и вообще оригинальная, я в нее влюбилась, честно говоря, она мне очень понравилась, посмотрите. Магазине, где мы были первым в секонд-хенде, я еще взяла вот такую, не знаю почему, но она мне понравилась, опять же, чувство качества, хотя, может быть, это мода Эд Джорджи, может, кто-то знает, не знает, я не знаю, посмотрите название, вот такое. Что здесь у нас есть, какие-то бумажки-то? Нет, здесь ничего не написано, но, короче, мне понравился цвет,
Мне понравилось, что здесь идет, знаете, подкладка внутри. Здесь идет какой-то материал с бархатом. Вот идет такой вот, как, знаете, как леопард пятнистый, интересный. Мне понравилась вот эта вот бахромушка внизу. Я так увидела под белые брюки. Здесь она идет под горлышко. Под белые брюки вообще офигенно. Мне показалось прикольной, поэтому я ее взяла. Зацените. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights. Поехали дальше. Второй секонд-хенд этой же сети, только все по 250 рублей. То есть все вещи те мне обошлись 350 рублей, так как был 400 рублей килограмм. Теперь у меня более тяжелые вещи. У меня здесь будет обувь, теплая кофта. Ну, в общем, более тяжелые, и все обошлось тоже 350 рублей. Короче, я просто, я не знаю, что делать. Я готова брать. У меня здесь есть большой офис, я буду здесь складывать все свои вещи, которые буду носить, потому что, я думаю, большинство времени я буду проводить здесь. Итак, первое. Ну, ладно, давайте начнем с обуви, потому что вы наверняка ее ждете. Ох, как сильно. Первое, это обувь. Вот так она выглядит. Это вот такие ботиночки. Сидят они очень круто. Из чего они сделаны? Я не знаю. Ну, на самом деле, да, я не особо разбираюсь, но думаю, что здесь есть немного кожа, да? То есть я не знаю, эко-кожа, натуральная ли это кожа. То есть я не особо разбираюсь, хотя у меня в магазине продается кожаная обувь, да? Я просто знаю человека, который делает ее ручной работы, кожа, запах. То есть я знаю, что это натуральная кожа, и когда ты нюхаешь, все, натурально. А вот здесь как бы не всегда можно угадать, поэтому я не знаю, натуральная это не натуральная кожа. Сверху похоже на текстиль. То есть я подумала, что это сразу текстиль. Ну, возможно, я спрошу еще. Возможно, это перевернутая, потому что очень мягкая. То есть очень мягкая вот здесь, я не знаю. Фирма Grace Fend. Может быть, это даже ни о чем не говорит фирма, да? Но обувь исполнена очень хорошо. То есть она целая, мой размер 37. То есть там, если есть вот один размер, 40-х, кстати, часто я встречаю что-то. Если есть мой размер, сразу вот надо брать. И вот я взяла 37, и мне очень нравится. Я вам покажу, как смотрится. Прям круто. И Кристинка тоже сказала круто. И ей, кстати, мы купили офигенные там босоножки, которые, я думаю, в оригинале сколько стоят? А? Какая фирма у тебя была? Килл? Килла. Может быть, кто-то знает. Это вот уровень там, да? Miss Sixty, вот эти все, я помню, мы раньше одевались в Miss Sixty, очень их любили, сейчас я зашла в их магазин, там цены как-то подскочили резко, но я не знала эту фирму, это Кристина ее помнит. Знаешь, я забыла. Может быть, забыла, но вот Miss Sixty я помню, а вот это вот Килла. Килла, да? Я вот не помню, да, но я увидела, и я подумала, что это крутые, надо брать. Наш размер. И мы взяли. И нам они вышли вообще, ну, понимаете, вот они весят полкилограмма. Полкилограммчика. Посчитайте, килограмм 250 рублей. Очень крутые, очень. И цвет классный. Кстати, прошу заметить, что здесь идеальная подошва, идеальная. То есть она не попорченная, не стерта, ничего. Все видно. Вот Кристина думает, что это остатки с магазина, например, какие-то. У нее тоже обувь, там вообще белая подошва в идеальном состоянии и тоже ничего не попорчено, поэтому я думаю, что это новое. Далее я покажу вам кофточку, которую я купила. Может быть, кто смотрел прошлый секонд-хенд, помните такую фирму 123? 123, у меня был пиджак. И кто-то мне сказал, скинул даже ссылку, показал пиджаки, там по 5-6 тысяч пиджаки. По-моему, да, насколько я помню. Говорит, это такая хорошая фирма, но оно качественно, да, пиджак очень классный. И смотрите, я нашла опять 123, опять эта же фирма. Вот. И мне так безумно понравилась эта кофточка вообще. То есть она даже идет на размер, вот мой S, да, хотя, ну, на ней написано 34.
То есть это маленький 34, 30, 36, 38, да, она как раз идет на S и на M. Настолько круто, качественно сделано, девчонки. И мне так понравились эти висюльки, они здесь так гармонируют вообще. Ну, короче, кармашечки, она такая прям аккуратненькая вся, прям супер. Я ее сразу взяла. 60% вискозы, то есть, понимаете, натуральный состав, да, 40% полиэстер. Ну, она крутая, зацените. Я вообще такое не ношу, как бы, ну теперь буду. О, еще. Помните мои ботфорды малиновые? Я под них взяла вот такую офигенную легкую кофточку. Тоже, знаете, я вам скажу, что во многие магазины, масс-маркеты, в которые я хожу, я часто вижу, когда висят вот такие вот вещи. И они уже, пока висят, пока их мерят, они уже закошлаченные какие-то там, какие-то катышки появляются. А здесь вот висит вещь, да, вот такая вот, какую обычно я вижу. И просто я смотрю, что она идеальная. У нее ни одного катышка нету, понимаете, нигде. И я думаю, даже если это секонд-хенд и вторые руки, то это вообще офигенская крутая вещь, да? Но, возможно, она новая. Но я опять же говорю, что даже с новыми, извините меня, висят, и пока их меряешь, они уже портятся. Короче, что это за фирма? Я не знаю, здесь не написано. Наверное, это очень крутая фирма. И просто оторвали, да? Чтобы люди не знали, что такое продается в секонд-хенде. Но у нас здесь есть штучка такая, чтобы мы поняли, из чего это. 95% полиэстер, 5% спандекс. Made in China. Ну, опять же, это вот, да, как и та кофточка, которая, я вижу, что, ну, ни хрена бы, вот она висела в каком-то дорогом магазине, и она реально стоила бы там и 5000, и 10, я уверена, красиво смотрится. Вот эта вещь тоже очень крутая, и я уверена, что... Ну, короче, она классная, я ее люблю, и цвет классный, и посмотрите, как смотрится под мои ботфорды. Ну и остались две кофточки, которые тоже меня очень порадовали. Одна, прям вообще она одна из первых кинулась мне в глаза. Я люблю иногда поносить тигру. Посмотрите, какая она тоненькая. Ой, лапочка. То есть под черный лифчик. Но, к сожалению, у меня в офисе не было черного лифчика, чисто черного. Я взяла два, один бежевый, один черный, для того, чтобы мерить тут, смотреть. Я не думала, что попадется мне прозрачная одежда. Поэтому не судите строго, лифчик в цветочке у меня, и здесь он прозрачный, и все видно. Но, естественно, я не буду носить цветочки под эту кофточку. Но я тоже вижу, удлиненную юбку черную, карандаш под эту кофточку. Также я вижу, ну, черные брюки можно, но, может быть, совсем не то. Белые брючки тоже классно, шортики короткие, черные или белые. Короче, она универсальная, она классная, и она на лето. Вот. Смотрите, такая легенькая, здесь внизу завязочки, и мне, кстати, очень нравится их затягивать, чтобы были завязочки. Ну вот вы увидите сейчас, мне кажется, как-то она так, ну, дорого смотрится, да, мне нравится. Вот такая вот фирма, 34 размер, мне идеально. Состава, к сожалению, мы нигде не увидим, ну, короче, она классная, крутая, и мне очень нравится. И легкая, легкая, все такое легкое, воздушное. Вторая кофточка, последняя на сегодня, это Telly Vigil 36. Ты знаешь эту фирму? Вот она фирма. Ее мне выбрала Кристина. Да. Мне она понравилась, вообще я думала на себе, но она говорит, нет, это твой стиль. Мне понравилось именно то, что спереди она красивый такой, видите, изумрудный цвет. И тоже вот тигра, она уже поняла, походу, что она мне очень нравится, эта тигра. Хотя она никогда мне особо не нравилась. Был период, что она нравилась, все ее носили.
Потом, ну и что лев? Потом тигр как-то была не модная, все говорили не модно, не модно. Сейчас опять не тигр, а леопард, да, входит в моду как-то, и многие ходят, и плащи, и пальто. Спереди вот такой вот еще идет карманчик у нас красивенький. И мне понравилось то, что сзади она черная. То есть вот она черная. Мне показалось это очень оригинальным, знаете, спереди так, сзади так. И она очень легкая, господи. Она, по-моему, бесплатно мне досталась, потому что она ничего не весит. Еще, конечно, сейчас совсем забыла сказать, кофточка из секонд-хенда тоже на мне сейчас сидит. Очень классная, очень такая летняя. Тоже посмотрите, как она выглядит. Все, мои крошки, вот такие вот покупочки были в секонд-хенде, представляете? Вот это все мне досталось за 700 рублей. Это вообще, это подарок, согласитесь, да? Я счастлива на самом деле, и теперь вы будете больше видеть меня такой красивой, разной в моих видео. Главное, чтобы был свет. А бедная моя Кристина не держала вот такое огромное 10-килограммовое зеркало, чтобы я сейчас сняла для вас это видео. Спасибо, я скажем, да? Спасибо, крестик-нолик. Сейчас буду делать то же самое. Сейчас буду делать для тебя то же самое я. Если у вас появились какие-то вопросы, интересные какие-то предложения или какая-то информация, пожалуйста, приходите ко мне в Инстаграм, пишите в директ или комментарии. Я с удовольствием общаюсь в Инстаграм. И если понравилось мое видео, обязательно ставьте лайк, мне будет очень приятно. А я с вами прощаюсь. До следующего видео. Очень-очень вас люблю. Пока. The waves cut through me, hypnotized by the sounds of